В преддверии Дня России в Краснодарском крае проводятся мероприятия, посвященные безопасности дорожного движения. Ситуация на дорогах нашего района заставляет белореченцев быть особенно внимательными. Подробности в нашей постоянной рубрике «Дорога. Территория закона». Утром 1 июня на автодороге Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и Kia Cerato. По предварительным данным, авария произошла по вине пенсионерки за рулем ВАЗа, которая не соблюдала необходимую дистанцию при движении. Оба водителя не пострадали, но удар пришелся на двоих пассажиров ВАЗ-2109. Они получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Несколько часов спустя в тот же день на улице Карла Либкнехта водитель автомобиля ГАЗ-2752 сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, виновник аварии – водитель фургона, который нарушил правила проезда пешеходного перехода. Пострадавшая госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. 2 июня около полудня на автодороге Гурийская-Черниговская-Рязанская произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2108 и Сузуки Гранд Витара. В результате аварии Сузуки съехал с дороги и врезался в столб линии электропередач. Согласно предварительным данным, виновником ДТП является водитель ВАЗа, который не убедился в безопасности маневра при повороте налево и нарушил очередность проезда перекрестка. Водитель Сузуки отправлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В воскресенье на автодороге Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск столкнулись автомобили ВАЗ-2108 и Deo Matiz. Предварительно установленным виновником аварии является водитель ВАЗа, который нарушил очередность проезда перекрестка. В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Deo Matiz, которые получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. В целях работы по исключению из эксплуатации автомобилей со стеклами, не соответствующими требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, на территории Белореченского района с 6 по 15 июня проводятся рейдовые мероприятия с условным названием «Тонировка». Они будут направлены на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств, на передних и передних боковых стеклах которых установлены дополнительные предметы и нанесены покрытия, ухудшающие обзор с места водителя. Автомобилисты, допускающие указанные нарушения, будут привлекаться к административной ответственности. Водителям будет необходимо на месте удалить мешающие обзору предметы и снять тонировочную пленку. За 5 месяцев этого года на территории Белореченского района произошло 49 аварий. В дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 человек, 57 получили ранения. В целях профилактики нарушений ПДД среди различных категорий участников дорожного движения, в том числе в преддверии празднования Дня России, с 8 по 18 июня проводятся оперативно-профилактические мероприятия под общим названием «Декада безопасности». Их основные приоритеты – профилактика таких нарушений, как превышение установленной скорости движения транспортных средств и выезд на полосу встречного движения, разъяснительная работа с водителями и пешеходами, а также развитие взаимоуважения между всеми участниками дорожного движения.